Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите сегодня в программе «Итоги недели». В приоритете повышение привлекательности населенного пункта, создание рабочих мест и привлечение новых инвесторов. В городе Спутники Жабинка введен в эксплуатацию первый жилой дом для жителей Жабинки и Бреста. В городе над Бугом в 2022 году уже провели обновление порядка 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог и остановочных пунктов в Бресте продолжается. Все и сразу по доступным ценам. Собираемся в школу вместе с торговым домом «Детский мир». В Бресте стартовал ежегодный международный кубок Белгазпромбанка по гандболу. Нынешний турнир уже 14-й в истории. Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «Итоги недели». Говорим о главном. Брест отпраздновал свой 1003 день рождения масштабными мероприятиями, но даже не это самое главное. Брест был, есть и остается самым лучшим и благоустроенным городом Беларуси. Здесь жить просто здорово. Вслед за Брестом стремительно набирает обороты строительство и благоустройство в его городе Спутники Жабинки. Здесь взят уверенный курс на изменение имиджа районного центра и его внешнего облика. В приоритете повышение привлекательности населенного пункта, создание рабочих мест и привлечение новых инвесторов. Немалую роль в этом процессе играет создание транспортной и социальной инфраструктуры. Наши корреспонденты побывали в первом 9-этажном доме районного центра, пообщались с новоселами, а также узнали о планах на будущее у председателя районного исполнительного комитета Вадима Кравчука. Эти кадры сняты еще в феврале текущего года. На них фундамент первой 9-этажки в городе Спутники Бреста-Жабинки будет заложена капсула с посланием потомкам. После завершения строительства, которое запланировано в рекордные 7 месяцев, районный центр навсегда попрощается с имиджем малоэтажного населенного пункта. Сейчас август 2022-го, и теперь на месте стройплощадки возвышается современный 9-этажный красавец-дом. А это семья Кирильчук, у которой сегодня особенный день. Владельцы получили ключи от своей новой двухкомнатной квартиры. Сколько членов семьи у вас, на каком этаже живете? 6 человек. Я с мужем, 4 детей. На 4-м этаже, 14-я квартира. Мне нравится, что здесь садик рядом, магазин, говорили, построят, что здесь комфортно, удобно, все для людей. И действительно, все продумано для жизни. В строительстве использованы современные материалы, дизайн радует глаз, а к дому пристроены байк-боксы для колясок и велосипедов. Войти в них можно по чипу от подъезда. Создана безбарьерная среда, холлы просторные, даже в лифт предусмотрено 2 входа. Данный дом 9-этажный уже сдан, в эксплуатацию введен. Некоторые жильцы уже получили ключи. Большая часть в нем жильцов – это жители города Бреста. 45 квартир пошли брестским жителям, остальные пошли для жителей города Жабинки. Этот дом полностью построен по проекту «Брестжилстрой». Они сами проектировали. И ремонты в квартирах, отделку тоже выполняли силами «Брестжилстроя». Многие квартиры, отделка в квартирах, была сделана с учетом пожеланий жителей. Мы отнеслись, и Брестжилстрой пошел навстречу жителям. Некоторые люди даже приносили свои обои, просили, чтобы в квартирах поклеили именно те обои, которые они просили. Потому что 2/3 всех квартир в доме идет с внутренней отделкой. А в это время новоселы впервые знакомятся со своей двухкомнатной квартирой. Новая двушка пришлась по вкусу и взрослым, и детям. Удобно для детей, как ты считаешь? Современная, комфортная? В новой квартире есть уже все необходимые коммуникации. Установлены межкомнатные двери, есть отделка, а также электрическая плита и газовый котел. Новая 9-этажка первая, но не последняя в Жабинке. По соседству растет ее близнец, а на свободной площадке перед домом в следующем году появится еще одна. Буквально в нескольких шагах завершается строительство детского сада на 240 мест с бассейном и панорамным остеклением. Все это – часть одного большого плана модернизации и развития районного центра. Рядом
15 километрах находится город Брест. Рабочие места создаются и в Жабинке в том числе. Логистический центр тоже подразумевает от 100 и более рабочих мест. На сегодняшний день уже работает более 30 рабочих мест создано. Идет там тоже определенно наладочные работы. Поэтому со временем мы надеемся, что это будет более 100 рабочих мест. Также мы реализуем интересные инвестпроекты на нашем Жаменковском комбикормом заводе. Буквально скоро запустим свою работу, потому что это были такие плановые остановы, и сахарный завод начнет работать. Затем у нас достаточно хорошо работает консул, и буквально, я думаю, в ближайший год-полтора мы запустим тоже новый инвестиционный проект именно ветпрепаратов. Также у нас на одном из наших рыбных хозяйств тоже реализуется один из инвестиционных проектов. Это Fast Fishing, это бывшая рыбхоз Соколова, на котором будет также переработка рыбной продукции. Поэтому движемся вперед, развиваемся, город-спутник должен себя оправдывать. Спасибо за поддержку областного руководства, республиканских органов власти. Благодаря поддержке властей здесь планируется дальнейшее развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. Новый импульс в привлечении молодежи появится благодаря сотрудничеству с брестскими вузами. А новый торговый центр привлечет покупателей. В амбициозные планы отлично впишется и филиал Брестского роддома. Жабинка будущего – это уютный экологичный город для каждого. Проспект Машерова в городе над Бугом на время лишился 6 остановочных пунктов. Но помимо этого в городе вовсю ремонтируются дороги, а особенно в самой проходимой части областного центра – улицы Гоголя, Машерова, бульвар Шевченко. Локально задействована практически вся старая часть областного центра. Все это делается в рамках благоустройства и в первую очередь для самих горожан. Подробности в сюжете. Ремонт дорог, ремонт остановок – это в первую очередь мера для улучшения коммуникации общественного и гражданского транспорта внутри областного центра, а также хорошее подспорье для пешеходов. Вы спросите, при чем пешеходы к приезжей части или как могут улучшиться условия для общественного транспорта? Остановка есть остановка. Транспорт подъехал, высадил пассажиров и поехал дальше. Ответ прост. Все дело в жесткости и хрупкости самого бетона, поэтому у машин страдает подвеска. И здесь свой роль играет использование новых технологий. Сама технология подразумевает уплотнение, замена основания, уплотнение этого основания. Дальше устраивается железобетонная подушка, точнее железобетонная плита устраивается с двойным армированием. И потом на пескоцементную смесь укладывается гранитная плитка. В принципе, в городе уже много остановок сделано по такой технологии, только за тем исключением, что уложена бетонная плитка. Но бетонная плитка, она не так долговечна и все-таки подвергается, соль на нее действует очень сильно. Плюс ко всему идут, и трескается, ломается бетонная плитка. Не выдерживает она таких нагрузок. На один остановочный пункт отводится 2 недели работы. На ремонт дорожного полотна примерно столько же. Все зависит от объема. То есть на обновление 6 остановок на Машерова времени примерно на месяц. Столько же и на ремонт задействованных участков дорог. Уже практически заменено асфальтобетонное полотно на плиточное. На остановке МОПРа продолжается работа УЦУМа. В связи с тем, что по проспекту Машерова невозможно перенести остановки, то движение автобуса, то есть городского транспорта на этих остановках прекращено. И уже посадка пассажиров осуществляется на соседних остановках. Это связано, на каждую остановку мы примерно отводим 2 недели. В первую очередь это связано с тем, что необходимо набрать крепость, бетонная подушка, которая заливается. Ремонт некоторых остановочных пунктов создает определенный дискомфорт гражданам. Тем не менее, многие относятся к этому с пониманием. Так поремонтируют. Что там страшного? Просто многие жалуются, что приходится ехать на одну остановку дальше. Ой, боже мой. Это же временно. У нас тут все очень удобно. Ничего подобного. На мгновение там это ерунда. Это для того, чтобы улучшить остановку, чтобы было более комфортно заезжать автобусом и нам садиться. Поэтому надо потерпеть. Все будет хорошо. Особенно важно мнение тех людей, которые ответственны за перевозку пассажиров, водителей общественного транспорта. Елена Усюкевич управляет троллейбусом уже более 30 лет. Ей ли не знать все минусы дорог? Для водителя троллейбуса, я считаю, это вообще будет хорошо. Во-первых, не будет выбоин.
когда подъезжаешь к остановке, когда дождь идет, вода, и боишься, чтобы людей где-то забрызгать. Значит, город как-то думает, чтобы нам лучше облегчить труд там. Я считаю, что это будет хорошо. Всего в 2022 году в Брестской области планируется отремонтировать 362 километра дорог. В городе над Бугом в этом году уже провели обновление порядка 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Если говорить об остановочных пунктах, то бетонная подушка, как новый элемент, будет постепенно появляться по всему городу. В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы продолжаем. В последнее время город-спутник Бреста Жабинка все чаще приковывает к себе внимание общественности, средств массовой информации и бизнес-сообщества. А все потому, что населенный пункт стремительно обновляется и развивает свою инфраструктуру. Мы уже рассказывали об открытии в городе Жабинка после реконструкции зданий районного суда, строительстве первой девятиэтажки, открытии логистического центра и реновации городского парка. И вновь хорошие новости из районного центра. На этот раз почетные гости и горожане собрались на открытии обновленного административного здания газоснабжения унитарного предприятия «Брестоблгаз». Побывала на нем и наша съемочная группа. Людмила Лагодич продолжит тему. Продуманное функциональное рабочее пространство для сотрудников, комфортные условия для населения. Все это стало возможным благодаря открытию нового административного здания Жабинковского района газоснабжения унитарного предприятия «Брестоблгаз». Для нас важно, чтобы весь спектр услуг, которые входят в нашу компетенцию, был доступен всем нашим потребителям и клиентам в любых городах и населенных пунктах нашей страны. И то, что вот мы сегодня ввели производственную базу современную в Жабинковском районе, как раз показывает, что мы на правильном пути, и сегодня любой желающий может прийти сюда и получить весь спектр оказываемых нами услуг. В систему газоснабжения Жабинковского района входит 94 сельских населенных пункта, в том числе 8 агрогородков и сам город Жабинка. Современное, доступное и безопасное предоставление услуг населению – одна из важнейших задач, которые ставит перед собой руководство района. Не менее важна поэтапная модернизация и расширение инфраструктуры города-спутника. Буквально в начале года мы открыли совершенно новое современное здание нашего суда. Месяц назад мы открыли первый девятиэтажный дом, ввели в эксплуатацию. Буквально через несколько недель мы откроем новый детский сад, распахнет свои двери, тоже современный, красивый. Также на данной улице находится ПМК-19, который, в принципе, тоже является нашей визитной карточкой, в которой имеется очень серьезный музей, который, в принципе, в Республике Беларусь мы могли бы даже еще и посоревноваться с кем-то, у кого лучше. Также идет окончание реконструкции нашего моста через реку Жабинка. Конечно, это административное здание очередное стало украшение нашей одной из улиц, улицы Мира, которая позволит прежде всего оказывать качественные услуги по газоснабжению. Теперь качественные услуги станут еще ближе и доступнее для каждого. После торжественной части гости оценили масштаб проделанной работы. На первом этаже посетителей ожидает центр обслуживания населения. Электронная очередь, комфортные зоны ожидания для клиентов, бесплатный Wi-Fi и самое важное – высококвалифицированный персонал. В вопросах получения качественного сервиса мелочей не бывает. Центр обслуживания населения – это объединение, которое оказывает комплекс услуг, улучшает комфорт и качество обслуживания населения. В нашем центре мы не только перезаключаем договор на газоснабжение, на техническое обслуживание в связи с вступлением в силу новых правил пользования газом в быту, также мы и принимаем заявления на монтаж, перемонтаж, на демонтаж газового оборудования, перезаключаем договор с населением, которое приобрели жилье, либо получили в наследство, смену собственника оформляем, льготы и субсидированные тарифы. А в холле для удобства посетителя расположена вот такая интерактивная панель, где размещена и систематизирована самая различная информация, начиная от законодательной до услуг
интернет-магазина предприятия. Реконструкция позволила организовать отдельное помещение для приема пищи сотрудников, полноценное оснащенное оборудованием архив, помещение для проведения совещаний и актовый зал. Объект оборудован современными мультимедийными приборами и программными комплексами, системой видеонаблюдения и безбарьерной средой. Стоит отметить, что подобный современный многопрофильный центр в Брестском регионе уже не первый. Подобные объекты есть в Пинске, Барановичах, Кобрине и, конечно, в областном центре. Это указывает на то, что отрасль развивается, идет в ногу со временем и навстречу потребителю. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ. Актуальная тема. С 1 сентября в нашем городе школьный звонок прозвенит почти для 60 тысяч ребят. Ввиду грядущих изменений требований к внешнему виду учащихся, родителям в этом учебном году предстоит уделить особое внимание к выбору школьной формы для своего ребенка. Как всегда, лучшими гидами и помощниками в этом вопросе становятся традиционные места реализации школьной формы. Наши корреспонденты побывали в секции одежды для учащихся магазина «Детский мир» и узнали, какой ассортимент и по каким ценам готовы прямо сегодня предложить маленьким покупателям. В наше время к школьной форме покупатели предъявляют высокие требования. Помимо традиционного указания на принадлежность к образовательному учреждению, выполнение важной дисциплинирующей функции, она должна быть комфортной, элегантной и многофункциональной. В магазине «Детский мир» к учебному году представлен большой выбор школьной формы и обуви. Бельевого и спортивного трикотажа, чулочно-носочных изделий и рюкзаков. Основными поставщиками являются предприятия концерна «Беллекпром», но достойный ассортимент предлагают и частные производители. «Калинка», «Жиловинская швейная фабрика», «Новогрудская швейная фабрика», «Фирма Тирада», «Фирма Панда», «Фирма Надекс». Одежда очень модная, удобная, и в носке, красиво смотрится. В нашем магазине предоставлены скидки по дисконтным картам «Санта». Постоянные, по 10% скидке многодетным семьям, семьям, воспитывающих ребенка-инвалида, по санаторным книжкам. Также наши поставщики предоставляют нам скидки. Огромное количество желающих приобрести форму, выбрать ее. Примерочные у нас не пустуют. Вот и будущая первоклассница Аня Баянчук уже выбрала несколько вариантов на примерку. Я сегодня пришла с мамой и папой выбирать одежду. Взяли в примерочную очень много вещей и выберем самое красивое. А что тебе больше всего нравится? Блузка и юбка или, может быть, брюки, может быть, сарафан? Блузка и юбка и сарафан. Что касается цен, то комплекты для мальчиков делового стиля из брюк, рубашки и жилета можно купить от 107 до 250 рублей. Школьная форма для девочек из блузки, юбки и жакета от 86 до 307 рублей. Туфли для девочек от 87 до 139 рублей. Полуботинки для мальчиков от 100 до 157. Стоит отметить, что в детском мире найдется форма на любой вкус и кошелек. Это отмечают и родители, и сами школьники. Дизайн очень хороший. Шортики очень сильно нравятся. И сарафанчика взяла пару штучек, чтобы посмотреть, потому что очень большой выбор. Шикарный выбор и качество отличное. Одежда тут модная, современная, удобная. Моя цель – купить брюки и блузку, но присматриваюсь к сарафанам, платьям, юбкам. Первоклашку одеваем в школу. Вот. И вообще мать многодетных деток. Мы одеваемся здесь. Ну, смотрим, конечно, нравится. Тут хэбэшные, то, что блузочки. Можно купить для ребенка, это, мне кажется, самое хорошо. Ну, в принципе, все комфортно и уютно здесь, все в одно, и помериться можно. Я пойду во второй класс. Я хочу тут купить красивое платье и какую-нибудь блузку. Мы сейчас выберем, что мне нравится, и пойдем в примерочную. Ну, а как ты считаешь, для девочки твоего возраста достаточно богатый ассортимент в этом магазине? Много ли вещей красивых, модных, хороших? Ну, да, тут красивые вещи, удобные. Удобно, стильно и практично такой и должна быть школьная форма. А тех, кто еще не успел ее приобрести, ждут в детском мире, ведь времени до 1 сентября остается не так уж и много. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.
15 августа в мире отмечается День правильного питания. А оно, как мы знаем, неотъемлемая часть здорового образа жизни. Основные принципы вкусной и полезной еды закладываются с раннего детства, и придерживаться их необходимо в течение всей жизни. К сожалению, в нашей стране существует число людей, имеющих избыточную массу тела или страдающих ожирением. Одним из таких и был полтора года назад наш герой Владислав Сафонов. О том, что заставило его измениться, о секретах похудения и правильном питании – в нашем сегодняшнем сюжете. Сложно себе представить, но еще полтора года назад этот стройный и подкачанный юноша весил 106 килограмм. Разница до и после впечатляет, ее вы можете увидеть на фотографиях. Но даже в этот период Владислав Сафонов принимал себя таким, какой он есть. Был жизнерадостным, общительным, активным, да и женским вниманием обделен не был. А худеть его заставило отнюдь не внешность. Решил похудеть, потому что как-то не влез в свой любимый костюм. Это было перед Новым годом, я хотел его одеть, примеряю и понимаю, что все, ходить я в нем не могу. И решил, что пора что-то менять в этой жизни. И в итоге начал заниматься, начал следить за питанием. Это было полтора года назад, за это время я скинул 27 килограмм. Чтобы избавиться от набранных килограммов, Владислав решил изменить свое питание. Что он готовит себе на завтрак, обед и ужин, молодой человек рассказал нашей съемочной группе. Я ем 3 раза в день. Завтрак, обед, ужин. То есть по стандарту. Главное, вот эти 3 приема пищи обязательно должны быть. Должно быть дефицита калорий. Завтрак, как правило, это каша. Можно наполовину на молоке. Овсяная, пшенка, ячневая. Ну, те, что мне нравятся. Плюс, как правило, добавляю что-то из мяса. Как правило, это курица. Сейчас лето, постоянно добавляю овощи на каждый прием пищи. Обед – это суп. Иногда гарнир какой-то. Тоже по-разному. Ужин всегда стараюсь делать, скажем, не слишком легким, чтобы, допустим, в 10 часов не полезть в холодильник, что-то уже, да, добираться, как многие делают. Стараюсь делать такой умеренный ужин. Сейчас стараюсь добавлять побольше овощей, а так гречка, перловка, гороховая каша и, опять же, курица. Теперь он употребляет больше растительной пищи. Основными продуктами в его рационе стали помидоры, огурцы и фрукты. Каждый день юноша съедает большую порцию свежих овощей. Сейчас молодой человек не ест сладко. Иногда позволяет себе расслабиться и съесть что-нибудь вредное. Но отмечает только потому, что знает свое тело и понимает, как сжечь калории. Иногда можно устраивать себе дни, когда можно позволить немного больше. Но к этим дням нужно готовиться. Хочешь съесть на выходные гамбургер? Пробежись десяточку. Кроме правильного питания, огромную роль в похудении юноши играют и спортивные нагрузки. Ведь без них добиться желаемого результата очень сложно. Каждый день юноша ходит в зал. Да так увлекся, что поменял диплом специалиста по управлению на карьеру фитнес-тренера. И сейчас помогает прийти в форму другим. Спорт – это одна из основных частей моей жизни. На самом деле в зале я провожу очень много времени. Вообще занимаюсь спортом я очень много времени. И... Да, сейчас уже я не могу представить свою жизнь без этого. Я понял, что, во-первых, мне это интересно, я делаю это с удовольствием. У меня нету в сознании того, что я иду именно на работу, как многие, с угрюмым лицом. Нет, я прихожу сюда с удовольствием, я прихожу в любимое место, встречаюсь с такими же людьми, как и я, по сознанию, по отношению к спорту. И... Я понимаю, что делаю что-то полезное для людей. Когда на самом деле ты видишь, что твой клиент преобразился, когда он сам стал доволен своей внешностью, понимаешь, что ты делаешь хорошее дело. Как отметила врач по медицинской профилактике, лишний вес сокращает жизнь и крадет здоровье. Но ничего невозможного нет, ведь процесс похудения запускается усилием воли. Не стоит ждать мгновенных результатов. Работа над собой занимает достаточно много времени. На то, чтобы изменить собственные привычки, могут уйти годы. Но это точно того стоит. Правильная пищевая программа должна включать в себя следующие позиции. Первое. Поэтапное снижение массы тела не более чем на 1 кг в неделю. Это будет вполне достаточно. Второе. Коррекция рациона питания с ограничением калорийных продуктов, жиров и углеводов и с отказом от некоторых продуктов. То есть нужно отказаться от сладкого, мучного и от алкоголя, конечно. Третье. Это ведение пищевого дневничка, куда человек должен каждый день честно и добросовестно записывая все то, что он съедает и выпивает в течение дня для коррекции пищевого рациона и для анализа пищевого рациона.
Следующее – это обязательно физическая нагрузка, то есть аэробные физические нагрузки, быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах и так далее. Нетренированные люди могут начинать с 10 минут в день, то есть ежедневно, доводя длительность тренировок до 40 минут или даже до часа, 4-5 раз в неделю. Смысл сводится к тому, что именно при интенсивных, регулярных нагрузках организм в качестве источника энергии начинает использовать не углеводы, а жиры. Новая жизнь не начинается с понедельника. Внутренний зов вам подскажет, когда пора. Только спорт и правильное питание регенерируют ваше тело, кожу и здоровье изнутри, придают внутреннюю силу. Будьте здоровыми, красивыми, а главное – счастливыми. В городе Бресте ежегодно проходит международный кубок Белгазпромбанка. Впервые он состоялся в 2008 году и с тех пор регулярно собирал в нашем городе сильнейшие клубы Европы. За все время в турнире приняли участие 25 клубов из 12 стран. И ни разу в соревновании не участвовали белорусские клубы, кроме самих хозяев. В нынешнем розыгрыше, уже 14-м в истории, такой чести впервые удостоился гандбольный клуб «Гомель». Подробности в заключительном сюжете программы. Перед началом игр у журналистов была возможность задать волнующие их вопросы на конференции, прошедшей в главном офисе Белгазпромбанка в Бресте. Говорили о том, каким было трансферное окно, как готовились к турниру, ну и, конечно, о наболевшей теме несправедливого запрета белорусским гандбольным клубам, а также национальной сборной участвовать в европейских турнирах. Главное в этой ситуации, из этой ситуации, и это мой девиз, выйти сильнее. Поэтому это и позиция федерации, это позиция всего белорусского гандбола. У нас есть сейчас время для того, чтобы быть сильнее, у нас есть сейчас определенные турниры, вот благодаря Александру Анатольевичу, всех лига, я думаю, для клубов белорусских это возможно даже по сравнению с прошлым годом большой плюс, где игроки могут развиваться. Вот. Есть возможность где играть, ну теперь нам нужно просто хорошо поработать, и придет время, когда нас все-таки допустят, потому что без таких стран, как в гандболе, я имею в виду, Белоруссия была в рейтинге 10-я, россияне тоже уже подтянулись к этому времени. То есть, насколько мне известно, находясь в контакте с руководством европейским и международным, нас там ждут. Все зависит от Олимпийского комитета. Из-за санкций сегодня трудно провести трансфер с игроками из Европы, в связи с чем появилась отличная возможность молодым талантам из стран СНГ проявить себя. Насколько мне известно, игроки более высокого уровня, они всегда спрашивают, где будут играть, в каких турнирах будут участвовать. В этом плане, ну, всем по понятным причинам некоторых турниров нету, поэтому игроков очень сложно пригласить. Но нашему спортивному директору удалось договориться с одним из игроков Сербии очень хорошего уровня. И я думаю, что это не последнее приобретение. Если необходимо будет сделать какие-то усиления, они всегда будут. Что касается игроков, которые, ну даже здесь белорусы, для них это шанс проявить себя. Но опять-таки наши ряды пополнил Николай Алехин, который уже на сегодняшний день не нуждается в комментариях своего мастерства. Он и член национальной сборной, и был на высоком счету в СКА Минск. И такие игроки практически все, тот же и Андреев, и Шинкель, которые побывали и являются настоящим членами национальных сборных. Как известно, на турнире Кубок Белгазпромбанка одноименный спонсор вручает игрокам эксклюзивные призы. Брестские журналисты попытались узнать у директора Брестской областной дирекции Белгазпромбанка Натальи Арцемени, что организаторы подготовили в нынешнем году. Конечно же, мы не могли, так сказать, не придумать чего-то нового, и сегодняшние призы, вернее кубок и призы, которые будут разыгрываться на 14-м международном турнире, да, кубок Белгазпромбанка по гандболу, они эксклюзивные. Хочу отметить, что они изготовлены нашим брестским предприятием, клиентом Белгазпромбанка, предприятием Компа. Как они выглядят, можно будет уже увидеть в воскресенье. Игра, открывшая 14-й турнир на призы Белгазпромбанка, сборная Республики Беларусь и гандбольный клуб «Гомель». В национальной команде играет Николай Алехин, перешедший из Минского СК «Мешков Брест». И это одно из лучших приобретений брестского клуба. На нынешнем турнире правый полусредний выступает как капитан национальной сборной. Хорошая возможность обкатать молодежь.
Некоторые ребята первый раз сейчас в данный момент в сборной. Посмотреть, ну, проверить свои силы в турнире, потому что, в принципе, в Минске была хорошая недельная, ну, предподготовка к турниру. Конечно, неприятно, что у нас нету евро-матчей, но мотивация это никак не складывается, потому что все, в принципе, парни молодые, все хотят показать себя, все хотят побеждать. Делается все, чтобы было как можно больше матчей, та же объединенная всех лига там, и поэтому сейчас сложно прогнозировать, что будет, но все стараются количеством матчей как бы это компенсировать. Впервые в турнире «Белгазпромбанк» принимает участие гандбольный клуб «Гомель». Начиная с 2008 года, это первый белорусский клуб, который участвует в рамках нынешних соревнований, помимо хозяев. И в первой же игре у них серьезный соперник – национальная сборная Беларуси. Этот турнир был с давних времен очень значимый для всех команд. Сюда приезжали много титулованных команд. В этом году первый раз пригласили нас, и мы с радостью приехали. Тем более первая игра в сезоне наша будет. Посмотреть. Что, как? Мы не выбирали, против кого играть, поэтому будем играть в национальной сборной. Перед началом матча съемочная группа телеканала БУК ТВ пообщалась с преданными гандбольными фанатами, чтобы узнать их эмоции перед предстоящими матчами и за кого пришли переживать. БГК Мешкова даже шарфик купил сегодня. Буду болеть сильно за БГК. Когда-то играли СКА против БГК, болел за СКА Минск. Сегодня приходится играть за БГК, болеть за БГК. Внук играет здесь. За Беларусь. Тут все пока белорусы играют. Ну, за нас Брестский клуб, естественно. По итогам первых матчей национальная сборная без труда одолела Гомель со счетом 34-18. Вот мешковцы лишь в тяжелой борьбе смогли вырвать победу у донских казаков. Результат 29-27 в пользу брестчан. Кубок Белгазпромбанка продлится до 14 августа. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты БУК ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы!